Добрый день. Еще одним недавним приобретением было вот такое вот газибо или раскладная беседка. Она 3 на 3 метра и весит она 10 килограмм китайского производства. Посмотрим, как она закроет и палатку, и вот сюда же на ее место, где сейчас коробка, поставлю стол. Попробуем распаковать и посмотреть, что это такое. Раскрывается сверху. Значит, у нас есть такая вот раскрывающаяся штука, гармошка, инструкция, колышки и тряпка. Посмотрим. Окей. Значит, надо ее раздвинуть. Да, одному это, видимо, не очень удобно накрывать, раздвигать. А может быть, сначала надо было ее раздвинуть, а потом поставить палатку. Ну, посмотрим, как получится. Все-таки это первый раз. Видимо, сначала надо ее растянуть. Теперь, видимо, поставим ее там, через палатку. Как-то так, наверное. Наверное, как-то так. Попробуем одеть эту штуку.
Ну вот как-то так. Одному, конечно, не очень удобно это делать. Вдвоем было бы проще, и на ветру было бы сложнее. Ну вот, такая вот хрень. Не знаю, насколько это все будет держаться на ветру, но тень она дает хорошую. Палатка получается полностью в тени, сюда и столик поставим. Все будет в тени. Здесь в ногах, где ноги, вот, есть, в ногах есть вот такие пятки с дырками. А я притащил, где-то они у меня лежат, здоровые гвозди. Вот сейчас мы их туда вобьем и будем надеяться, что это не сдует. Такие гвозди. Вот такие гвозди. Их используют для прибивки искусственного газона. Грунт здесь мягкий, так что они входят вон практически руками. Ветер тут довольно сильный, поэтому думаю, что это удержит. Плюс есть еще какие-то веревки и расчалки, которыми, видимо, можно растянуть. Вот как-то так. Вот получается весь лагерь в тени. Доброе утро. Прошла ночь. Прошел вчерашний день. Вчера был очень сильный ветер, где-то начиная с 3 часов дня, и до вечера был очень сильный ветер. Пришлось вот против ветра укрепить эту беседку вот такими растяжками, обычно на обычных колышках. Она выстояла, ее шатало, болтало, но она выстояла. Безусловно, нужно прибивать ножки или укреплять ножки в земле. Вот эти гвозди, которые я показывал в начале, очень хорошо отработали. Никаких претензий, ножки не прыгали, не бегали, не скакали. Вот здесь два гвоздя, вот они. Они длинные, сантиметров 20, стояли в земле, как вкопанные. Очень удобная вещь оказалась. Видите, весь лагерь под ней. Сейчас отойду. То есть с растяжками, которые входят в комплект, если их повесить со всех четырех углов, это было бы, будет совершенно идеальная вещь. Так что могу я ее пока я ее могу порекомендовать. Спасибо. Благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока, бай. С вами был Green Drop.